Информбюро в эфире. Продолжаем выпуск. Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить высокий уровень безопасности гостей и посетителей Экспо во всех регионах страны, учитывая нестабильную ситуацию в мире. Ряд конкретных поручений глава государства сегодня дал на специальном совещании в преддверии старта международной выставки. До открытия выставки «Экспо-2017» осталось всего 4 дня. Как докладывал ранее Ахмеджан Есимов, все объекты будут сданы вовремя. В день открытия официальную церемонию должны посетить 17 глав государств, представители законодательных органов и министры стран-участниц. До этого времени в Астане пройдет саммит стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Все приглашенные посетят и выставку «Экспо». Прием большого количества гостей в городе и на Экспо. Сегодня объявлено, что 1 200 000 билетов уже продано. Для посещения это больше, чем ожидалось. То есть скопление будет очень большое, и ответственность на всех на вас ложится персональная.